на сцене гости, ансамбль «Русская гармоника» из города Александрово. Руководитель Александр Михайлович Говоруха. Пожалуйста, ребята, попурри на темы военных песен. Гармонь, золотой колосочек тоненький. Поздравляем от души с праздником гармоники. А сейчас звучит «Покури на военную тему». Город Александров, ученик Александра Говоруха, Смуглянка.
замечательно. А сейчас на сцене учитель Александр Михайлович Говоруха из города Александрова. Он сам с 5 лет играет на гармонии. Гармония у него тульская, заказная. 20 лет обучает детей игре на гармонии. У него более 50 учеников. Александр Михайлович исполняет нам русскую народную песню «Партизанская борода». Солдатская песня, партизанская. То разведка, то досада, стричься, бриться мне когда. Неизбежная досада, партизану борода. Борода моя, бородка, до чего ты отросла? Говорили раньше щетка, говорят теперь метла. Парень я молодой, хожу я с бородой. Я не беспокоюсь, а пусть растет до пояса. Вот когда проклонит фрица, будет время, будем бриться. Стричься, бриться, наряжаться, с милкой целоваться. По врагу стреляю метко, и зовут меня в бою. То ли дедушка, то ли ветка, за бородку за мою. Но повсюду боевому, бородатому стрелку. И привет как молодому, и почет как старику. Парень я молодой, а хожу я с бородой. Я не беспокоюсь, а пусть растет до пояса. Вот когда прогонит фрица, будет время, будем бриться. Стричься, бриться, наряжаться, с милкой целоваться. Мне ни горе, ни грустно, что в отряде говорят, что за чертушка детина, молодая борода. Но меня глада печали, невеликая беда. Партизанские награды закрывает борода. Парень я молодой, а хожу я с бородой. Я не беспокоюсь, а пусть растет до пояса. Вот когда прогонит фрица, будет время, будем бриться. Стричься, бриться, наряжаться, с милкой целоваться. Вот так. Молодец. Дипломом участника городского фестиваля «Играй, гармонь, звени, частушка», посвященного 70-летию Великой Победы, награждается Никитин Никита, центр «Планета детства», город Александров. Спецприз городского фестиваля «Играй, гармонь, звени, частушка» награждается Черноморский Иван Георгиевич. Спецприз городского фестиваля награждается ансамбль «Русская гармоника», город Александр. Руководитель Александр Говоруха. Так, «Русская гармоника» подходит на сцену. Молодцы, молодцы, веселей. Там у нас молодые участники. Лауреатом 3-й степени городского фестиваля награждается